Шуршание старой картинки продолжает репортаж из Сущевской части царствующего града Москвы. На Миусской площади в настоящее время городская управа сооружает грандиозное здание для вагонов электрического трамвая. По своим объемам это здание будет вдвое больше городского манежа, считавшегося до сих пор самым крупным сооружением в этом роде. Строящийся сарай для электрических вагонов будет иметь 46 сажень в длину и 48 сажень в ширину. А городские инженеры встретили большое затруднение при проектировании крыши для такого здания и, наконец, решили сделать плоскую крышу из железобетона. Остается невыясненным вопрос, отчего в трамвайном депо завелась великосветская общественная столовая. Что ж, пойду в булочную, полакомлюсь чаем. Газета «Голос Москвы», 28 сентября 1907 года.